Вот. А ты что здесь делаешь? Поесть ходил, а что, ничего нету? Все, уходи отсюда. Я буду больше готовить. Ладно, все, ухожу. Приветствую вас! Сегодня мы будем готовить постный борщ. Для этого нам понадобится 4 карташины, 2 луковицы, 2 морковки, 1 крупная свекла, стручок острого перца, 2 баночки 700-граммовые томата, подсолнечное масло, зелень, укроп, петрушка, зеленый лук. И капуста, и, соответственно, в кастрюле вода. Все, приступаем. Начинаем чистить. Да, конечно, было бы удобнее ее отварить. Тогда бы кожура бы сама бы слезла. Готово. Теперь лук. Натираем морковку. Добавляем туда же свеклу. Лук нарезали. Дальше нарезаем картофан. Так, берем капусту и нарезаем. Берем эту зелень, обрезаем толстые стебли и вместе с лучком зеленым мелко нарезаем. Берем чищенный чесночок, разминаем его и длинненько нарезаем. Все, чеснок готов. Открываем томат. Так, ставим вариться картошку. И в это же время начинаю делать поджарку. Растительное масло. 50 грамм. Может, 70. Масло разогрелось. Закладываем лук. Картошка должна свариться одновременно с поджаркой. Жарим лучок до золотистого цвета на сильном огне. Лучок стал золотистым. Закидываем свеклу и морковь. Обжариваем, покуда не размякнут. Помешиваем, чтобы не пригорело. Обжарку я вообще не солю. Морковка со свеклой подразмякли. Докидываем немножко нарезанного болгарского перца сладкого. И сразу же выливаем томат. У меня это 400 грамм. Вы, если хотите, можете меньше добавлять. Мне нравится, когда томата очень много в борще. Перемешиваем и ждем. Сейчас закипит нормально и убавим огонь. Так, ну вот прям хорошо забулькало. Убавляем огонь на минимум.
и пусть оно тушится. Не забываем иногда перемешивать, чтобы низ не подгорел. Так, где-то прошло минут 20. Обжарка у нас готова. Картошку я попробовал, тоже готова. Сейчас буду выкладывать поджарку в кастрюлю. Бросаю туда два лавровых листа и сразу солю. На мою кастрюльку у меня уходит около 2 столовых ложек морской соли, не йодированной, обычной соли. Так, вот с поджарочкой закипел, закладываем капусту и сладкий болгарский перчик сразу. Я добавляю немножко квашеной капусты для кислинки. Размешиваем все. После закипания ждем 5-8 минут, не больше. Мне не нравится, например, когда капуста сильно разварена. Так, капуста доварилась. Закладываем зелень. Петрушка, укроп и зеленый лук нарезанный. Я кладу очень много зелени. Перемешиваем, сразу же добавляем чеснок, бросаем острую перчину, накрываем крышкой и выключаем газ. Даем 10 минут постоять и можно кушать. Приятного аппетита! Вкуснятина! Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего доброго!